Отпусти вот эту руку. Ты вот так его прижми. Вот этой рукой. А губами прикрути чуть-чуть, чтобы он держался. Ну что, смотри. Прикалывай. Что, слушай, я не вырвал. Не, он мощный, он басовый. От него, кстати, вибрирует все. Он, покажи, от нам. От этого не вибрирует. Смотри. Он вообще мощный, он басовый. Его гимн, когда играет, все так трясется, в смысле. Куда ни глянь, все такое. Давай, добро. Он до, этот рэп. Дышать надо или говорить что-нибудь? Конечно, и дышать. А про это не сказал? И не дышать может. Тебе главное сейчас как понять, как его держать. Я сейчас по зубам, видишь, треснул. Вот смотри, не дышу, допустим. Обалдеть. Не лично, вот не дышал я. Главное начать прынчать тебе смочь. Аккуратненько, потихонечку, ты его прижми к зубам. В колодце, короче. Зубам упри. Вот этой частью передней, короче, вот смотри. Вот, к зубам прижми. Во. К зубам прижми. Ты должен к себе подключить его к черепной коробке. Через зубы. Вообще круто. Короче, себе кость, всю кость, весь позвоночник подключаешь к нему, как бы присоединяешься и сам вибрируешь. Ты вибрируешь от него, он тебе помогает вибрировать, и ты дышишь еще, короче, мембранами. Надо научиться держать. Ты каждую вибрацию делаешь из себя. Прям зубами прижиматься к ней. Смотри, правильно? И вдох, и выдох. Я к губам делаю, а не к зубам. Я амортизирую. Вот так момент... звук глухой такой? Да, 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 да. Надо играть. Как держать? Так, так лучше. А, ты про вот это, да, типа? Да, да. Да. Ну, да. Чего это? Потому что, Денис, ты, во-первых, сгорбился. Да. Ну, ярче, а там ярче. Бум. Прижми к зубам, не бойся. Зуба, вот на вот эти верхнюю, и вот этой частью, ты здесь аккуратнее, почувствуй, куда ты его суешь, вот. Конечно. Дебил. Убище не надо прижимать, чтобы у тебя пока проход просвет. А так, прижми его просто. Вот к зубам сразу, чтобы ты понял его, чтобы он тебе его завибрировал здесь сам. Во, расслабься. Не надо. Да? И ты теперь можешь играть, вот эти звуки играть. Сильно не прит... Там языком. Посмотри на ход язычка железного. Посмотри, как он ходит. Конечно, ты его губами затронешь. Ты смотри, губы сделай вот так вот. Их как бы растяни. Губы. Смотри. Не вот так вот, а только растяни их. Надо, как улыбка. Да. Понял? Да. А к зубам прижми. Да. Во. А к зубам прижми. Во. Все, успокойно. Сейчас получится. Красава. Во. Не делай так. Чик-чик-чик. Прощупай его. Без зуба делает, то есть на губах. У вот, паренька у вот. Одного от вибрации зуб вот, вылетел. Вот, зубами. Зуб вылетел, но он ни слова не говорит. Не от вибрации, мне кажется, он так же, как я, он так же. А потом дышать еще надо. Вообще, зубом как хоккеист, что-то я играю. Что, хоккеист? Нет. Ты хоккеист? Нет, я играю. Четверка стопудов на игре по основе музыки. Вообще не получается. Типа, у всех, вернее. В любом везде. Вот завидовка, варган, просто понимание, что бум-бум, бум-бум отыграл, главное композицию соблюл,
что это так, не просто. Потому что один лист, паренек пацан. Стасяныч. Он прям научился вот это дышать, и он начал еще, просто... Стасяныч, погоди, еще такой момент. Опять обрати внимание, в чем значит одни и то же тебе, в чем значит отслеживать, да, созерцание. Так. У тебя сейчас что не получилось? Его правильно удержать? Да. Вот что с балалайкой, ты понимаешь, не получилось правильно удержать. Да, не хватило, не хватило терпения, терпи. Волю, волю, волю. Ты понял, конечно? А что? Я что, значит, достаточно? Другое. Я думал, мне надо исправить другой набор. Погоди. Как погоди. Объяснить? Нет? Трудность, когда гордыня есть, да, трудность что-то начать новое, потому что гордыня своими знаниями прежними мало подразумевает получение нового, что надо делать. Что надо делать. Гордыня и тщеславие это то, что я знаю. Преклонитесь, я знаю. Понял, да? А слава, когда от трудов, потому что ты умеешь это делать, и ты прославляешь. А у тебя другая ситуация. Ты по ходу пьесы всю жизнь был в этом находился. Но тебя трамбовали наоборот, что ты забыл. И тебе дали пробудиться. А у него по-другому. Он вообще совершенно другой структуры. Вот именно вот, потому что белый, ты голубоглазый. У них тщеславие напрягает. Но мне не нравится, что зубами все равно. Я просто сделал недавно. Болит еще, она так раньше. Вот этот поэтому мягче, чем этот. Этот вообще может раздробить все зубы нафиг. Но им четко играть, если грамотно их поставить. Все. Да, он прям дает прям вибрацию. Я так думаю, что я потом скоро через эту вибрацию смогу кое-что. Не, мне нравится смотреть. Слушать. Смотреть, это можно пространство как-то им. Может, да, кого-нибудь. А что, чем круче, да, и так что делать? С костей. С динозавра. Да, с динозавра. На ухождении было. Момент там был, праздник у них был, им было там сколько-то, 26 лет что ли, их, вот этой группе, Тиндини где, вот. И там пришло очень много этно-игроков, людей просто с варганами, и один пацаненок, у него чемоданчик подарочный, а все ноты, 8 нот, 8 варганов, супер крутых таких, таких кованых, нормальных. Железо? Да, из железов разных там. Но есть еще латунные, вот, есть и железные. Разные народы по-разному из щипков из всяких костей делали купол же с этого корпус вот этот купол сам купол этот колокол какой варган из-за чего да сам учебный сам вот он либо какой-то железный белый металл есть желтый металл и разные как бы рекомендации по ним вернее разные народы делали понял и вот он там вообще в смысле вот такой шар. Он настолько там такая у него вот осцилляция по электронному это называется, когда несколько искажений, волна, она не только вот такая, она еще искаженно грамотная. И он вот такой, как это называется, блин, как его рассказать. Дэнчик, Стасяныч. Он как бы дребезжащий, как вот это, только очень чистый и правильно гармоничный. Вот то, что по телеку рассказывают, ну не по телеку, вернее, а вот то, что везде рассказывают, по интернетам или по телевизорам, там вообще не важно. Вот пока не находимся в этом, пока не поп... Это знаешь, есть такая передача «Что, где, когда» или всякие знаки такие там выступают. Видел такие передачи? Есть люди, кто каждый день бухают, обжираются, лежат на диване и угадывают, блядь, эти вот ответы на всякую хуйню. И гадость разных, да, вот придумывают, раздумывают, блядь, все знают, начитанные ёбнешься. Скорворды, кроссворды решают, да, но видят такой безобразный образ жизни. Есть люди, кто знает примерно, ну, как бы столько же, да, а может быть, более изысканное, и ведут менее непотребный образ жизни, как бы менее безобразный. Но и те, и другие совершают ошибку, то, что по факту лишь похваляются знанием этим, не применяют. У нас есть вариант самого простого, да, вот то, что вот самые простые вещи, варган, условно, сварганить. Представляешь, есть, и тебе шанс есть бах очень быстро все это там вспомнить. Не, мне слушать нравится. Да базаров нет. Ну ум напрягает, он не хочет. Ну, это как гугнай, да, туда-сюда можно. Это по-любому. И как и туда, и сюда.
просто какой звук, вот совсем, но там... Но гитара никуда нет, да, никуда, как балалайки. Балалайки надо. Надо ре, ре, знаешь, сыграть, аккорд ре. Ре только будет мажор. Когда будешь делать. Ре надо, пожалуйста. Она, ре, помню. Ты должен ре найти и... Ге, помню. Басуху ре, найди какую-нибудь другую в ней. Иногда какие стеники психопаты какие-то, я иногда замечаю такие прям переходы там. Как она правильно я называется? Треки когда делаю, иногда там программа. Варган. Иногда выкрутил. Гаммы. Сган. Варган. Варган. А вот что, на пупке еще есть орган, а еще есть орган, да? А еще есть орган, а еще есть гармоника. То есть некий сваренный путь наш. Это, видать, экипаж душой. Так, парни, я пока... Ну, вот это, ну, там, я подошла, пофантазируйте, подумайте. Или эту? 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 Она настроена? Получается, да? Ну, просто получается, да. Ну,
Ну, найди как-нибудь ре, а как ре найти? Ре, ладно, ре. Да-да-да, я знал, что не надо так ее. А как же ее сделать, да? Играй. Ладно. Хоть как-нибудь тут играем, давай. Где? Да, есть еще вот такую, знаю, когда. Не вот это вспомнишь, чтобы что-то было. Надо вообще играть, но вообще вспомнить как-то. Давай, спой, Денчик. Да не. Давай, братан. Сейчас ты, Стасян, когда услышишь, если услышишь, как Денис поет, да, ты поймешь, что твое умение в органе прям четко все вот. Спой. Да. Какую, ну какую-нибудь тебе такую простую. Мне горло говорит, дай хорошую. Я не хочу, не буду. Нет. Горло потихонечку. Да и хорошо, я не пел, Сергей. Два года не пел точно, Денчик, вообще Денчик. Ни разу. Посмотри, общаясь. Нет, я и на гитаре ты сейчас. Хорошо, общаясь с братвой, вот представь, что ты для деда делаешь, или для бабушки. Вот представь. Нет, почему? А тебя прадеда. Представляешь, что ты чертик. Это уже нет. Я же, что ты думаешь, мне для тебя плохо, что сделать? Ну, я бы в смысле сделал бы для вас обоих одинаково. Как душой, а ум, да, сказал тебе, сразу, а ум тебе говорит, да. Братан, у тебя ум говорит, у меня горло болит. Да нет, я вообще, я тебе говорю, 5 лет не пел, и как бы, что я прям всегда пою. Ну, последний раз на студии, такой, последний раз на студии записывали. Да, это когда было? Ну, лет 5 назад, вот. На студии. Я тут, видишь, мне хотя бы, говорю, вспомнить, как вообще играть, потом там по лайку. Стасян, давай помой. Звучит похоронный марш. Какой? Похоронный. Вот этот звучит? Не, вообще. Он такой, кстати, вот такой, кто его придумал? Похоронный марш? Знаете, фараонный? Не, я не знаю, чем. Похорон? Похорон. Похорон. Он такой, такая красивая музыка, на самом деле. Сыграть? Провожаю. Сыграть? Ну кто это придумал? Давай сыграй, я что, провожаю. Поехали. Блин, записывается. Вообще, Павка, он правильно вот так уже, да, гитару? Ну так, под колено, да? Это вроде как. Давай. Задумывается, да, она такая. Кто придумал? Без понятия. Наверное, ну, заказали кому композицию придумать. А пободрее его можно сделать? Да? Дедушка Ленин, да? Что-то да, по-моему, да. Вот эти. Как же она была? Который еще про физрука.
Нас генералами. Нас генералами песков зовут, где мой очаг, где мой ночлег, где признаете вы мое родство. А я ваш брат, а я ваш брат, я ваш брат, я человек. А вот если бы ты еще знал бы такую песню «За рекой ля ухэ». За рекой ля ухэ загорались огни, что-то яркой зоркой рассвета изгнулся, что-то казак молодой. А ее еще другая версия коммунистическая. Там вдали за рекой загорались огни, что-то боец молодой. Это про русско-японскую войну. Да это можно подобрать дебан тут что-то. Ну, да. И один раз мы ехали этот хопер, ну не хопер там, я и помню, оттуда ехали. И они на юге, на балала, на гармонии всякие мелодии. И он начинает играть, я пою, и слова, ну откуда ты знаешь вот именно такую версию? Это где-то открывал, как раз на Амуре. Он рассказывает, как кого-то они долбили, в общем, там палками.